Здравствуйте, с вами Марина Романюк. Подведем итоги недели. В ближайшие полчаса мои коллеги расскажут вам о главных событиях города. Смотрите в выпуске. Ненастье всю неделю. Как со снежными заносами борются городские власти, расскажет Максим Васильев. Год науки стартовал в РГУ. Максим Яковлев присутствовал на обсуждении планов. Через километры. Насколько крепка связь Рязани с городами-побратимами, узнавал Валерий Седов. Сразу 9 управляющих компаний Рязани попали в список неблагонадежных от городской администрации по уборке дворовых территорий от снега. В городе создан оперативный штаб, на улицах работает около 200 единиц техники, за которой власти следят в режиме реального времени. Так много снега с улиц Рязани, кажется, не вывозили уже давно. Потери стихии в битве с коммунальными службами города ощутимы. Убрано почти 70 тысяч кубометров снега, но это еще не безоговорочная победа. Сводка с фронта звучит сухо, но нужная жителям информация есть. Чистит не только улицы, но и тротуары. На тротуарах у нас работает в ночное время не менее 4 тракторов со счетами, в дневное время 5 тракторов со счетами. Происходит в первую очередь подметание центральных улиц и площадей города, потом дальше по районам мы разбрасываем тротуары. На улицах города одномоментно работают 200 человек с лопатами. И если в центре карты боевых действий ситуацию выправляют, на флангах нужна поддержка техники. Ее, кстати, уже немало, около 200 единиц. Но для блицкрига с тротуарами нужны резервы. 8 мини-тракторов точно. Нам нужна техника усилить уборку тротуаров, усилить уборку при подходах к остановкам. Для этого сейчас идет поиск дополнительных ресурсов и возможностей для покупки специализированной техники. На ближайшие дни планируется механизировать ручной труд, купить 4-5 специальных установок для уборки тротуаров. Отслеживают работу техники в оперативном штабе через систему ГЛОНАСС. И с улицами все более-менее понятно, это дело времени. А вот во дворах сегодня верховенствует метель. Это самая болевая точка города. Еще и потому, что дополнительным препятствием для уборки снега стали личные авто. Пробиваться через стоящие у тротуаров машины бесполезно. Впрочем, это не отменяет безразличия некоторых управляющих компаний. В списке аутсайдеров их 9. Если, допустим, у нас центральная улица города чистится вовремя и более-менее нормально, то у нас есть проблема во дворах. В частности, где отвечают не только город, но есть и участки, которые отвечают управляющие компании. Туда направили общественность совместно с администрацией города. Все взяли по этому участке под контроль. Тотальный контроль за территориями должен быть установлен уже на этих выходных. 23 января с 13:00 стартует массовая уборка. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани продолжают расчищать колодцы от наледи. Сотрудники РМПТС уже провели работы на улицах Горького, Есенина, Свободы, Первомайском проспекте и Садовой. Чтобы ледяной гребень не нарастал на колодцах, бригады рабочих очищают их и обсыпают участки вокруг люков специальным составом. Все эти меры для безопасного проезда автомобилистов и прохода пешеходов. Вокруг люка наледь получается. Крышка сама теплая, камера там тепловая. Там оттуда идет температура, тепло. Вокруг наледи люк образовывается. Производим работу по очистке наледи на люках. То есть вот на камерах люка. Крышки сами теплые, а вокруг наледь, чтобы машины проезжали плавно. Вот мы все наледь отбиваем по всему городу. Работы выполняют по поручению заместителя главы администрации города Рязани Владимира Бурмистрова. Они ведутся во всех районах города. Практически по всем улицам. Где у нас проходит магистральная сеть? Везде. Вот по свободе может проехать, мы там уже очистили все. Где магистрали идут по дорогам, везде очищаем. Как где проходит? Вот по свободе проходит, значит мы ее очистили. Грибоедово проходит по всей Грибоедову, тоже очистили. Расчищать колодцы от наледи будут регулярно. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Связь с городами-побратимами у Рязани очень крепкая. Однако из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией общение именно вживую прекратилось, но не остановилось полностью. Рязанцы по-прежнему поддерживают дружеские отношения с партнерами и друзьями. Как один из итогов такого взаимодействия – выставка под названием «Новогодние традиции».
огненное шоу в Брюсюире или спокойный праздник по-китайски. Узнать новогодние традиции других стран можно, не выезжая из города. В Центральной библиотеке Рязани 22 января здесь открылась фотовыставка, которая так и называется «Новогодние традиции». Притом на снимках представлены города-побратимы Рязани. Прежде всего, мы в этой выставке говорим о традициях, которые в период новогодних праздников у нас продвигаются и в городах, представленных на фотографиях, и в наших, например, в Беларуси. И о чем мы говорим? Это кухня, это культура, это архитектура, это то, как люди празднуют эти новогодние праздники, и чем мы близки, чем мы похожи. Выставка разбита и тематически. Традиции праздника представлены Алессандрией, кухня на фотографиях Генуи, а архитектура преимущественно Китаем. Организовать удалось благодаря администрации Рязани. Попросили города-побратимы поделиться традициями праздника. Как итог, пришлось выбирать более чем из 100 фото те, которые попадут на выставку. И то выставка – это только часть большого проекта. Отрадно было получить такую реакцию. То есть 6 городов откликнулись. Не только выставка представлена, но вы можете увидеть на сайте администрации новогодние рецепты наших городов. То есть они активно делились рассказами о своих городах, о том, что происходит в предновогодье и в Рождество, как они празднуют. Алессандрийская традиция поджигать святочное полено, которое должно гореть до Нового года, или брюсюирский обычай хранить угольки из праздничного камина. О таких традициях можно узнать на этой выставке и посмотреть, как к празднику относятся в других странах, так отдалившихся от нас в период ограничительных мер. Человеческое общение – это самая большая роскошь. И вот сейчас, когда мы лишены воочию этого человеческого общения, вот такие возможности и такие встречи, как сегодняшняя выставка, помогают продолжать традиции, отношения, связывающие разные народы. Выставка «Новогодние традиции» будет работать до 1 февраля. После переместится в другой зал, где продлится еще месяц. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Этот год президентом России объявлен годом науки и технологий. Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина готов стать флагманом научного образования в регионе. Об этом в том числе говорили преподаватели вуза с журналистами. Исследования в области искусственного интеллекта, физики высоких технологий, естественных и гуманитарных наук – все эти перспективные направления продолжат развивать в год науки и технологий в РГУ имени Есенина. Яркий пример – создание новых асимметрических палладиевых катализаторов. Технология научная, обычному человеку не совсем понятная, но, говорят, прорывная. Поле практического приложения здесь очень большое. Тут речь идет и о противовоспалительных, противовирусных препаратах и препаратах, предназначенных для лечения гиперактивности мочевого пузыря, и антипсихотических средствах. Ну, это, так сказать, практический возможный итог. А в рамках проекта мы сосредоточены на фундаментальных проблемах, на том, как наиболее эффективно создать эти нужные катализаторы. Подобные научные исследования, несомненно, помогут развитию новых технологий. Кроме того, в год науки молодые ученые смогут принимать участие в программе «Стартап как диплом». В этом году мы запускаем конкурс, направленный на поддержку научной деятельности молодых ученых. Эффективный контракт, который заключает каждый работник Рязанского государственного университета, в основной своей части как раз содержит критерии, показатели, связанные с его научной деятельности. Программа Министерства образования и науки должна помочь максимально вовлечь талантливых студентов в развитие технологического предпринимательства. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Вспомним основные события недели. В Рязани стартовала массовая вакцинация граждан от коронавируса без ограничений по роду деятельности. В городе и области на базах больниц и поликлиник развернуты 11 прививочных пунктов. Более 400 рязанцев уже получили первую дозу сыворотки. Еще 100, в основном это врачи, вакцинацию завершили полностью. Эти цифры губернатор области Николай Любимов озвучил на совещании с руководителями медучреждений. Пока что прививают российским препаратом «Спутник В». Аналоги появятся позже.
Первые дозы спутника ВИ в Рязанскую область поступили еще в декабре. Их использовали для вакцинации врачей красных зон. Сегодня количество препарата возросло значительно, до 15,5 тысяч единиц. Вот только распределение идет неравномерно. Не во всех больницах есть возможности для хранения, а внутренние протоколы у спутника ВИ довольно жесткие. В областной клинической больнице, например, запасы ограничены всего 300 дозами. Губернатор предложил помочь. 300 доз можно хранить, я так понимаю, в ОКБ. Да. Какие-то, может быть, нужно мощности нарастить, с учетом того, что будут появляться, в данном случае, желающие в большем количестве? Товарищ, мы об этом думали. У нас непосредственно рядом с нами находится как раз основной склад, куда поступает из федерального центра вакцина. Поэтому время доставки – это порядка 10 минут. Я так думаю, что вот мы с этим вопросом справимся. Если такая необходимость возникнет, то я думаю, что в плановом порядке мы эти вопросы решим. С учетом времени на медосмотр в УКБ ежедневно теперь можно прививать до 60 человек. Хорошо, когда склад под рукой. А вот областная больница имени Семашко таким удачным местоположением относительно склада похвастать не может. Поэтому здесь решили серьезно потратиться. Сейчас мы закупаем морозильную камеру на 300 литров, что нам позволит одновременно хранить около 1000 доз. Это, в общем-то, очень прилично. Вакцинация также у нас проходит ежедневно. Мы привили 50 человек пока. Готовы прививать в одном кабинете по 30 человек. И в случае необходимости мы готовы открыть кабинет на базе больницы Семашко, на базе приемного отделения. В случае необходимости фраза осторожная. Пока что желающих прививаться рязанцев действительно не очень много. Пионерами массовой вакцинации готовы стать жители Шиловского и Сапожковского районов. Здесь уже очередь. Записываются и через портал госуслуг. А местный главврач Татьяна Монакина уже испытала препарат на себе. 14 января получено еще 80 доз вакцины гамковид-вак. И мы запланировали по 40 человек прививать, начав с сегодняшнего дня. Лично я только что сделала прививку, первую. Спасибо, Татьяна Ивановна. Ну и как вы себя чувствуете сейчас после прививки? Ну вот видите, я с вами общаюсь нормально, ничего не болит. Одно из главных поручений губернатора чиновникам – внимательно следить за другими регионами и нарабатывать практики. 11 пунктов вакцинации Рязани может и не хватить. Возможно, под пункты подойдут пустующие ныне помещения театров и домов культуры. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанская прокуратура начала проверку информации, прозвучавшей в эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале. Напомню, 5 декабря прошлого года в селе Новоселке сгорел жилой дом барачного типа. Без жилья остались 5 семей. Жильцы несколько лет предпринимали попытки признать свой дом аварийным и подлежащим расселению, однако со стороны властей такое решение принято не было. Полная оставленность семей с детьми и инвалидов. В данном случае даже не оставленность, а брошенность просто. Постройте жилье людям, хватит, все. Эта программа буквально взорвала социальные сети. Погорельцы с улицы Вишневой и села Новоселки спустя почти 2 месяца после пожара решили искать правду на федеральном телеканале. А до этого искали ее 5 с лишним лет. Сейчас обугленные останки их барака – очередная местная достопримечательность. Огонь оголил блоки почти столетней давности и рельсы вместо балок. 5 пострадавших семей село уже покинули стихийно. Конечно, у них нет больше запасного жилья. Я не знаю, где они. Я не в курсе дела. Сейчас там полиция вот хотела посадить. Не знаю, не могли они. Да племянник, вот, который погиб, у него здесь племянник живет. Вот полиция хотела это поговорить. Разговоры сейчас уже мало что решают. С жильцами этого барака местные власти пытались договориться в течение 5 с лишним лет. В итоге трагедия, которая не обошла стороной и губернатора. Вы знаете, это смотреть просто было страшно за этой ситуацией, о которой рассказывали люди. Действительно, если людей футболили там постоянно, не переселяли их из аварийного жилья, сейчас не оказывали помощи по предоставлению удобного для жизни жилья вообще, то есть предлагали там либо 15 тысяч рублей в виде компенсации, либо предлагали переселиться в наши социальные центры. Вот. Ну, это никуда не годится вообще.
То есть я прошу разобраться в этой ситуации. Вот, и Следственный комитет, я знаю, сейчас уже разбирается. Разбираться и искать виноватых – это мы любим, это умеем. И виновные, очевидно, будут найдены и наказаны. Кстати, свою параллельную проверку начала и прокуратура. В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет проверена соблюдение жилищного законодательства и дана правовая оценка действий либо бездействия должностных лиц органов местного самоуправления по расселению граждан из аварийного жилья, а также оказанием помощи в кризисной ситуации. Скорее всего, после взгляда из Москвы с новым жильем погорельцам помогут, как и с компенсацией ущерба. Разве что чиновникам придется изрядно попотеть. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 20 января автобус насмерть сбил пожилую женщину в Рязани. Трагедия произошла на улице Тимакова. Попав под колеса МАЗа, рязанка скончалась на месте. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:30 в среду 20 января в Дашковой песочне. 80-летняя женщина скончалась на месте. Водитель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигающимся по маршруту номер 6, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Очевидцы отметили, что погибшая получила серьезные травмы. Цитата. «Видела переломанные ноги с торчащими костями, но из машины скорой к телу уже никто не спешил». Конец цитаты. Позже другой очевидец рассказал порталу РЗН-Инфо, что женщина упала под автобус. По его словам, она выходила на остановке, поскользнулась и попала под колеса. Цитата. «Водитель посмотрел по зеркалам, начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать. Там на остановке было все в снегу и очень скользко». Конец цитаты. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Любые взрывные устройства, обнаруженные на территории Рязанской области, потенциально опасные, обезвреживает инженерно-техническое отделение ОМОН. Это бойцы, которые прошли спецподготовку, обладают всем необходимым оборудованием и навыками, чтобы проводить взрывные операции. В январе взрывотехники отмечают свой профессиональный праздник. Ежедневный труд этих людей далек от кабинетов и офисов. Их рабочие задачи – найти, идентифицировать, обезвредить и уничтожить взрывоопасные предметы. В составе подразделения – саперы и кинологи с собаками. Ситуации, связанные с реальной опасностью, не прощают ошибок. Поэтому четко и накрепко отработанные действия отрабатываются на территории учебно-тренировочного центра. Здесь есть возможности воссоздать ситуации, в которых взрывотехникам приходится действовать. В этом году исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск Российской Федерации. Инженерное обеспечение – это комплекс мероприятий и задач, выполняемых с использованием инженерных средств. Взрывотехники ОМОН регулярно занимаются на базе учебного центра, тренируют свои навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов и при необходимости не готовы незамедлительно выехать на место происшествия. После получения сообщения группа выдвигается на место обнаружения подозрительного предмета на специальном автомобильном комплексе для разминирования. В состав комплекса входят необходимые в работе технические средства. Первым обнаруженный предмет осматривает кинолог со служебной собакой. Служебная собака осматривает предмет и обозначает сигнальной позой наличие взрывчатых веществ. Для дальнейшего осмотра взрывотехник одевается в специальный костюм. Его задача визуально осмотреть и определить наличие или отсутствие взрывного устройства. Такое обмундирование защитит сотрудника от возможных поражающих факторов взрыва. В реальности ситуации, когда необходимо уничтожать взрывные устройства, встречаются в регионе нечасто. Но даже если случаются, можно быть спокойными. Сотрудники Росгвардии всегда начеку. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 21 января в КВЦ АК открылась выставка-ярмарка меховых изделий. Посетив ее, представительницы прекрасного пола смогут выбрать шубы и пальто из норки, мутона и нутрии. Только 4 дня в Рязани. С 21 по 24 января в КВЦ АК работает выставка-продажа Тверской меховой компании «За шубой». Для вас огромный выбор шуб и пальто. Размерный ряд от 42 до 60. Все меховые новинки по выгодным ценам. Скидки 30% на все. Такого еще не было. Мутоны нутрия от 15 тысяч рублей. Примерьте каракуль. Огромная цветовая палитра. Цены от 45 тысяч рублей. Я поклонница каракуля. А здесь очень большой выбор, поэтому
за шубой именно сюда. Мечтали о норке? Сейчас самое время ее купить. Скидка 30% на все. В следующем году прогнозируется дефицит мехового сырья и, как следствие, рост цен на готовые меховые изделия. Поэтому сейчас самое время покупать добротные и качественные шубы по выгодным ценам на Тверской меховой. На все изделия действует рассрочка без переплат. Успейте купить лучшую шубу для себя по выгодной цене. Выставка-продажа Тверской меховой компании работает в КВЦ АК до 24 января включительно. Гербарии, которым более 100 лет, хранятся в фондах Рязанского Кремля. Выставка «Живописная ботаника», которая открылась в разгар зимней стужи, не только напоминает о лете, но и позволяет прикоснуться к научным изысканиям в ретроспективе с прошлого века. Сухие веточки и цветы, казалось бы, засушенные воспоминания о лете. Образцы для ученых и нечто магическое для романтиков. В каждом из образцов неясная, но явно ощутимая красота. Кто-то действительно смотрит, ну что, ну травки засушены, а вот соответствующая подложка, соответствующее оформление, они уже играют, и у нас уже такой замечательной вещи. Вы думаете, а хорошо бы парочку таких картинок себе в интерьер. Вот, то есть очень много зависит от того, как ты этот материал подаешь. Вот, потому что некоторые говорят, да, трава, что там. Вот, на самом деле трава – это очень интересно. Первые образцы поступили в музей в 1915 году. Их можно увидеть здесь, на экспозиции. В 1920-е годы было создано Общество исследователей Рязанского края. Благодаря его участникам коллекция сильно пополнилась. 30-е годы прошлого века связаны с именем Николая Прозоровского, известного советского геоботаника и доктора наук. Вот они осоки, да, у них есть одинаковые названия. Вот они осока острая, вот один и тот же вид, но они все разные. Они все собирались в разных местах. Они имеют разный вид, тем более они определены Прозоровским Николаем Алексеевичем. Это ученик геоботаника Алехина, который как раз и вывел правила предварения. Прозоровский, конечно, работа всесоюзного значения. Коллекция продолжала пополняться и в годы Великой Отечественной войны. Ученые используют для фиксации плотный картон формата А3, но в трудное время для образцов использовали любые подходящие материалы. Если присмотреться, некоторые экземпляры закреплены на картонных папках, обложках альбомов для рисования или простой бумаги. В 70-е годы основные пополнения были благодаря студентам педагогического университета. Для правильного оформления образца необходимо знать вид, род растения и зафиксировать место сбора. Поэтому здесь, на выставке, можно увидеть настольные книги ботаников, с помощью которых определяется род и вид растения. Всего в фондах Рязанского Кремля более 2000 листов с образцами растений, которые, надеемся, в скором времени вновь будут пополняться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. Всего доброго.